купить в магазине продукции с Ирана, доставляется. Вот. Иран с Азербайджаном в границах. Вот привозят оттуда все моющие средства. Вот тут иранский порошок, вот очень хороший порошок. И цена приемлемая. Вот мыло ароматный. Вот 95 копеек стоит. Вот в пакетах порошок. Тоже иранский. 1 манат 40 копеек стоит. Порошок очень хороший. Можно сказать, с Ариэлом. Как Ариэл, вот, если сравнить. Вот, оно не отстает с Ариэлом нисколько. Это побольше коробочка. 2,60 стоит. Вот. Вазелин тут. Бывает и российский, но это иранский вазелин. Очень вот. Тоже я брала, пробовала. Хороший вазелин. Стоит манат 20. Вот крема разные, тоже иранский. Стоит 2 манат. Поменьше, вот 90 копеек стоит. Вот. Вот такой крем. И косметика у нас очень хорошая. Вот. Иранская. Вот это для посуды моющее средство. Тоже можно сказать, отверли, нисколько не отстают. И цена приемлемая. Вот, 2,80. Я всегда покупаю его. Вот это шампунь, вот тоже иранский, тоже хороший шампунь. Вот манат 50 стоит этот. С каким-то вот разным витамином, с добавлением побольше. Вот емкость стоит 3,10. Вот 2,90. Вот этот чай тоже иранский. Вообще иранская продукция очень хорошая, хоть более-менее натуральная есть. Это 250 граммовая пачка, вот стоит 7 манат, а это 500 граммовый, стоит 13 манат. Вот еще иранский чай другой, тоже 250 граммовый, стоит 6,50. А 500 граммовый стоит 12,50. Вот 100 граммовый тоже есть такой чай, стоит 3 манат. Вот масло в пачках тоже иранских. Вот. Есть поменьше пачка, стоит манат 60. И побольше вот 4 манат, 250 граммовый. Вот, это сыр плавленый, вот разного сорта. Вот, смотрите, вот такой. И цена такая приемлемая. 1 манат 40 копеек стоит. Это чуть больше, и другой 1 манат 60 копеек стоит. Тоже я попробовала. Очень хороший сыр плавленый. Вкусный. Это рыбные консервы, но тунец называется, тоже иранский. Вот я брала и российский, и иранский. Вот, вот именно вот этот очень вкусный. Стоит 3,50. Вот. Самый лучший вот этот. Вот. Вот. Самый вкусный тунец вот этот. Тут и 180 грамм. И вкусный. Это тушенка. Вот 490 грамм стоит 8,20. И вот поменьше 325 грамм стоит 6,30.
тоже хорошая тушенка. Вот любой иранский магазин, разные вот сухофрукты продаются. Вот финика разные. Есть за 13 манат, есть за 24. Вот разные сорта. Также пачка финики. И также очень хорошие вот иранские конфеты привозят с Ирана. Я говорю, там шоколад чувствуется прямо. Вот это вот. Такие метки на развес продаются 14 манат килограмм. Вот прямо кушаешь, чувствуется шоколадные конфеты. Вот также вот такие шоколадные, вот чисто шоколадные конфеты привозят целиком. Тут килограмм стоит, килограмм 14,50. Такая упаковка, тут килограмм. И цена стоит 14,50. Тоже шоколад очень хороший. Все продукции с Ирана. Вот вся продукция, вот конфеты, все с Ирана. Так что, если попадается иранский продукт, можете покупать.